Кирпич. Я нахожусь на месте, где раньше мы с моим близким другом, собственно говоря, со всеми друзьями делали первые в городе интернет-кафе. Это называлось «Питон». Сейчас это хостел. Вот. А еще удивительная история. Расскажу вам сейчас, выйдя сюда. Вот здесь, во-первых, открывается прекрасный вид. Зацените. Отсюда можно было сидеть на столиках. Это было место для летнего кафе. И мы смотрели на набережную, на закат. Кстати, дело потихонечку близится к закату. Так вот, эти плиты, на которых я сейчас стою, когда шел ремонт одной из улиц, мы с моим другом подогнали кран, потихоньку их положили в грузовик и привезли сюда. А эту елочку выращивал мой друг Григорий. Ведь она растет здесь. Его уже нет, а елочка растет. Вот так мы создавали это летнее кафе. Было очень весело. Столько связано с этим местом. Вот. Здесь стояли зонтики. И еще вот на этой стене был такой карниз. Тут была барная стойка. Мы работали круглосуточно. И проблема была в том, что весь карниз был прожжен дырочками. Потому что каждый считал необходимым бросить горящий окурок для того, чтобы он прожег дырочку в нашем тенте. Ну, это было издержкой. Очень приятно ходить по тем местам, которые связаны непосредственно с тобой. Это я эту плитку положил сюда. Это я посадил эту елочку. И она здесь растет. Несмотря на сколько лет уже прошло. Это был 2000-й, 99-й, 98-й. 20 лет назад. 20 лет назад. Да, круто. А, это дом молодежи. Мы только что с Егором прошлись там возле него. А, там есть письмо, заложенное будущим поколением 1968 года. И его должны вскрыть 29 октября 2018 года. Посмотрим, через что там будет интересно написано. Ну вот, а мы сейчас ждем наших друзей и уже постараемся с набережной поедем дальше двигаться. Будем продолжать сегодня истории. Прекрасный переулок Щеглово. Мы с моим другом приехали сюда. И вот этот маленький домик, который находится за моей спиной. Представляете, прямо в центре города есть коттеджи такие. Вот. И этот домик являлся в свое время моим маленьким холостяцким пристанищем, так сказать. Сколько вот здесь, прямо за этим забором, мы сейчас туда засунем камеру и поснимаем все, что там видно. Вот так. Ага. Вот там мы жарили шашлыки. А мы отдыхали, когда были молодые. В общем, все у нас было круто. В общем, за этим забором была та жизнь. У меня есть фотография, кстати, моего друга Сережи Коска. Помнишь, он на мотоцикле на ком-то там? Богем, да. Да, в общем, была такая веселая жизнь. Вот. Это еще японцы строили. Да. Какой это? 50-е годы? 48-50. Такой тихий переулочек. Такое здесь классное такое местечко. В общем, единственное место в городе. Здесь такие, как бы, таунхаусы по нынешнему времени называются. Двухэтажные, прикольные. Вот такие дела. На четырех хозяев. На четырех хозяев. Так, ну что, вот еще одно место значимое в моей жизни. Это место, где я раньше жил. Мира 43. Сейчас мы подойдем к этому дому. Вот, это видно. Сейчас покажу тот балкон, в котором я жил. Вот наверху, видите, вот он, да. Этот балкон на четвертом этаже. И здесь живет мой близкий друг Александр Максимов. Мы с ним сбрасывали провод с балкона, телефонные, пообтягивали вокруг дома, для того, чтобы у нас была с ним телефонная связь. Ну что, сейчас попробуем зайти в наш подъезд еще так же. Да, а это вот, Егор и Женя Потапенко. Совсем молодой. Так, ну что, пойдем зайдем. Сейчас поднимусь до своей квартиры, посмотрим там. А сейчас позвоним. Сейчас позвоним дяде Саше Максимову, 61. Hello! Вот, видите, как открываются дома быстро. Так, ладно. Так, ну что? Видите? Да. Вот. Подъезд. Что, свет сам включается, что ли?
чудеса. О, почтовые ящики перенесли. Ну-ка, где квартира 67? Это был 59, 63. Вот, 67-я квартира моя. Да. Так, поднимаемся по лестнице. Здесь живет дядя Саша Максимов. Мы сейчас к нему придем в гости. В 61-й квартире, вот там, в уголочке. А сейчас поднимемся на то место, где я раньше жил. На 4-й этаж. Посмотрим, вон моя квартирка. Здесь прошла моя молодость. Если у бабушки прошло детство, то здесь прошла молодость. Лестница. Вот площадка. Видите, там люк. Когда мы были маленькие, мы прятали там сигареты от родителей. А иногда убегали от старших. А еще иногда залезали на крышу. Гав-гав-гав-гав. Вот квартира, в которой я жил. Да. Позвоним. Может быть, пустят. Никого нет. Барбос гавкает. Ну, собственно говоря, ну и не важно. Вот места. Значит, мы спускаемся к нашим друзьям. И сейчас увидим дядю Сашу Максимова. Так. А это еще одно очень знаковое место. Это дом, где фактически прошла вся моя молодость, юность, ну и, соответственно, взрослые годы. Вот сейчас видите окно на втором этаже. Вот, где там сейчас, вот. Во, окно на втором этаже. Это окно моей комнаты. Вот, и на этот карниз я тоже залезал. Вот, вряд ли удастся, конечно, туда попасть, потому что темно. Но вот можно подойти к подъезду, посмотреть, попробовать понажимать циферки. Так, где тут? Попробуем сейчас. Ну, может, что-нибудь ответит, хотя маловероятно. Но все же. Нет, не то.